тебя. Все, я готов, все, я за чаем побежал. Какой чай? О, можно, можно что-нибудь говорить, пока его нету. Санчес из Эстонии, ха-ха. Тут Тимыш. Хотим, хотим забанить аккаунт Санчеса на Ютубе. Да? С чего? Это, шутка. Тебе приходит повестка. Вместо того, чтобы идти в войска, ты идешь в тюрьму. Там тебя регулярно ебут в жопу в течение там месяца, и ты вступаешь в Вагнер. Ну, это, по-моему, не шутка, нифига. Это... По-моему, отличный вариант. Холдер гей. Не, шутка не шутка. Я пойду вместе со Сталином. Я знаю, холдер пидор. Я буду его там поддерживать, чтобы он свою соточку выжимал. Сзади, да? Господи, я просто не знаю. Знаешь, иногда возникает такая ситуация, когда сама ситуация страшная, происходящая, и ты начинаешь бесконечно шутить, чтобы тебе не было страшно. Блять, это я по жизни. Да? Надо все переводить в шутку, иначе жизнь будет, блять, монотонная и скучная. Иначе будет шиза. У нас да. Там любитель чаев не вернулся еще? Вернулся. Я на острове. Вроде я беру ВДВ. Я беру Портехов. Потому что блин, тут четверки нету, ёп. Макарёк. Мотострелки. Ты... Не, я не беру ВДВ. Слава богу. Хорошо, слава богу. Ты не поторопился и не взял. Кто куда? Ну я ладно. Просто что-то по привычке. Сталин идет вдоль реки. Кайф. Тимош, ты играешь, получается, вот здесь, вот по центру. Где? Вот прям совсем здесь? Ладно. Так. Вдоль реки? Холдер, ты чуть левее, Якут крайне лево. Холдер, ты вот в этой деревне играешь. Да, я понял. А что это за тест-юнитс? Только, кстати, это... No тест-юнитс, no. Пацаны, мне нужно вас предупредить. А, что? Я нашел самое лучшее время. Я сейчас в хостеле, здесь Wi-Fi нестабильный. Молодец. Ты ничего в хостеле. Молодец, ты это вовремя придумал. Это да. Неплохо ты придумал, я даже сразу не понял. Задумка-то классная была. Как все начиналось-то, интересно. Неплохая, ситуация страшная. А здесь еще дальности, по-моему, старые, да? Ой! Ой-ой-ой! Началось! Да, должны быть старые. Началось. Молодец, Холдер. Не благодарите, пацаны, я ждал этого момента. Ты психологическое оружие нашей команды, мы поняли. Наше преимущество. Психологическое оружие. Тут у кого нервы сильнее, тот и победил. Блять, а можно более стабильного колдвара, не? Откуда ты его возьмешь такой? Справедливо. Жду задания. Что они у меня на фастфоне? Так, ну в принципе мне это нравится. Вообще не Санчес, блядь, бери ближе. Бери больше, хватай дальше, блядь, сейчас тебя нахуярит тут. Жду задания. Снайпера надо убрать. Ой. Происходит какая-то увлекательная дичь, а? Ох уж этот геймплей. Фоя. Да хуёер, блядь, тут... Значит, вот здесь. Сейчас я туда кину трубу. Ты на самом экране право, ты, может, отправишь кого-нибудь? Не знаю, кто там был. Кто там был. Саня сейчас просто проползу, сейчас будет очень неприятно. Проползу. Ты это уверен? Надо, чтобы не проползли, действительно. А то будет все очень грустно. Сучок, ща
плясать будешь? Вертолет. Ну, это из ВДВ поддержка. Десантный вертолет. Ну а да, я, это... Так. Британцы. Мне тут больно делают, кстати. Ну, у меня поддержка приветствует через 20 секунд. А мне да, не убивают. Приехал, сразу выбери. Сейчас мы его шлёпнем. Ой, черт, ко мне тоже приехало. А теперь лучше бы шилку немного назад отводить, и тебе БМПшку чем-то уничтожили. Я знаю. Я тут пока ходил. Блять, сука, задавили этого. Что за дань? Фолдер не едет, осторожно, один не едет. Сейчас вдвоем работаем. Справа видишь, какая штука. И пати не бегут по пулемету, я просто тут еду. Так мне уже шилку уж отдали. Жду задание. Да-да-да, разваливаем её, где пух. Ну, видишь. Жду задания. Ребят, нам надо где-то надавить, и это на большой земле. Жду задания. Потому что справа-то мы у них, по сути... Там есть хуйня! Я знаю, да, но мне пока нечем бороться. Жду задания. Я там взял. У меня там пить. Как же однако лагает. А кто лагает? Икра. А, шайтан. Бомба. Прием заметили. Все, мы заходим. На наша земля. Да, только меня Мардер убил. Самолет. Есть чем бить. Ты уходи. Я на ПЗРК его. ПЗРК? Да, он успел уйти. У меня пока он там это прицеливался, разогревал этот ракету. Да что там делают? Перепуск в ПЗРК. Хорош. Опа. Не попали. Но было близко. Я буду копить на миномет. Накопаю вам окоп. Миномет, миномет. Справа. Лед. Спасибо. Я без ракет остался у РВВшника, так что имейте в виду, я не смогу его законтрить сейчас. Леклерк. 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 Шайтан. Так, мне кто-то гнобит. Плюс самолет. Феникс играет. Веди его под этот. А у них самолет сбился. Да. Танк на центре. А, минус танк. Че это минус-то? Нифига не минус. Да минус, я его только что на арму уничтожил. Танк на центре. Так не это танк, а справа танк. Ладно. Жду задания. Это твой, да? Ну мы тут потихоньку проходим. Как же ребят лагает, конечно. Это я не понимаю, что тут смерть. Мое почтение лагом. Ну лаги нам только у тебя. Да, лагаешь. Я даже через АБС пишу, отлично. И этот у меня нормально все. Опа. У меня, кстати, на удивление тоже. Кирилл нам только этот показуху сделал, где пацаны, бойтесь, короче. Потом все. О, мне я танк. Его 16-й сбил! Радуйся, гусь! Доставчик. Да, блядь, мне танк сбили. Мне бы АГС был брать. Это очень-очень больно. Так, я сейчас справа заминирую. Жду задание. Блядь, минирую где-нибудь здесь, я хуй знаю.
Так, да-да-да, я мы собираюсь минировать. На воде минируй. На воде. Это крач минировочный. А, у меня крач разбился при посадке, ладно. Сильно поврежденный был. Но он разменялся на два танка и кучу пехоты с БМПшками. Блять, не заебу. Там еще один танк идет. Базаришь. Заебут. Так. Ладно, сейчас поработаем. Здесь все заминировано. Пробуем занять. Ну, меня, скорее всего, уничтожит. Да ё! Кто там такое сидит? Апарт. Меня опять выбили. На этот раз нарекло. Кстати, покопай еще окопы, я это, миномет поставлю. Копаем. О, мистраль. Где сюда? Да, вообще не, у меня этот застрял. Да блин, что это забор какой-то каменный? На! Чтобы стояк все время был такой, а я забор. О, смотри, там член второй приехал. Надо его разбирать. Нечем то его разбирать. Я не знаю, мне колесо попало сейчас. Я вообще на минах поставлю, будем пробовать разобраться с этим. А танк я взял такой. Чисто. Ай, блядь, самая последняя секунда ушла. Этот пугач, да? Танк у меня чисто пугач. Я сейчас охота на вепре идет. Направо аллигатор едет. Ему в воду. Направо аллигатор летит. Мало разведки. Да блин, я ему оптику выбил. Сейчас попробуем агрессию выбить. Жду слева. Ребят, мне надо на что-то нормальное накопить, мне пока не удается. Так. Леопард на центре. Сейчас. Жду задания. Так, жду, ну не хана. Промахнулся. Я на тройку бы накопил, вообще было бы отлично. Так. Я здесь застоял. Минус танчик наш. Плохо. Ты что, прям да. Нет, ну ты выжил. Я выжил, да. Куда ты, блядь, перенавёлся? Ну он сейчас на второй заход пойдет, имею в виду. У меня тут ПЗРК стоит. Да ты ПЗРК его не достанешь. Он за 250 работает. Живет морду. Добил, вроде бы. Нет, он живет. Нет, не добил. Начну сейчас кошмарить минометом. Жду задания. Тут миномет в добавках. Так, я привел свой миномет. Тут сейчас 120 будет у нас. 150 очков осталось. И 140. Ооо, без колеса, кстати. Ему повезло. Да ебай. Какого хуя? Холдер, можешь мой птур взять? Если да я подвел. А. Пацаны, там налево у вас есть дополнительные резервы для продвижения вперед? Или пока только так? Самого пока левого на большой нет, земле, да. Я имею в виду, на большой. О, хорошо. Не, нету. Пока только тихоньку отбиваем нам, напад. Нам что-то едет. Ну потом утесняют сразу. Я на сане сейчас хочу накопить. Сань, есть ли метки по пехоте? Потому что у меня миномет здесь в наличии, но он не работает. Слушай, я сейчас заберусь на холм.
Будет чуть побольше разведочки. Блять, давай я тебе возьму беспилотник. Жду задание. Ну возьми, давай. Слушай, у меня пока. У меня пока отряд только что. Он утонул! Он утонул, ребята, он просто утонул! О. Жду задание. Вот. Он просто провалился под воду. Блять, холод. А, ему скорее всего. Что ты за пехотой не следишь? Что? Че ты за пехотой не следишь? Господи, потому что я пытался минак настроить. Бывает, ну играть, ОК. Справа летает беспилотник, вертолетом не въебитесь. О, быстро, пока, кай. Жду задания. Жду сбил. Задания. Вижу пулеметчика, сейчас перезаряжусь, буду кидать. У меня миномет работает, Саня, давай метки. Я... Вон ПЗРКшник, ПЗРК. А у меня все. ЗРК. У меня тоже где-то отсюда миномет кидает. В районах. Сука! Какого конжика? А нафига ты в одном и том же месте? У тебя же уже был один пуск. Да, пуск с Витебска. И что? Да и ничего страшного, он разменялся на несколько танков. Ну задание. Ну ладно, конечно, но теперь наши эти танки будут. Ну, у вас скоро минировщик прилетит на центр, в случае чего, или грач. Станьте, станьте, контроль здесь! Я контроль, а если говорить, да, еще о чем-то получше, то ударка. Меня дрочит какой-то минамет, я даже не знаю, откуда он меня дрочит. Я АГС, наверное, притащу, будет круче. Следующий заход будет пехота, пока никуда не двигаюсь. А вот сейчас падение. А вот сейчас я... Что-то... А, это прямое попадание Фаба Варьер. О, вон миномет был, наконец-то, найдена цель. Починим как-нибудь потом. А может и нет. Так, кабами отсиливаю. Менеджер. Блять, okay. Это попало и не попало. Это можно паузу? Блять. Секунду. 5 секунд 10. Это приди. А то на что сейчас натил тут? Блять, не предупредил, сейчас там. Не надо. Предупредил. Все, поехали. А ты, блядь! Чувак, ты не умеешь ставить паузы. Вот сюда можно бахнуть. Леопард выбит. Временно выбит. Минусов 16. Так, беспилотник не сбили, да? Ради бога, уничтожьте мне сраный минометик, а? Съебёте, блядь. Достать мне его пока не о чем. Скоро попробую достать. Ладно, сидим, чё. Либо в ответку миномет возьми. Нет. Ай, живой. Я на БМП-3, наверное. Так, ну, я бы леопард бы добить. Взял! И сейчас... А, уничтожили всех ПЗРКшников здесь? Нет, не подтверждаю. Понял. Тогда не рискую. Не, ну конечно, вот если... Правая часть танчика. Вон на метке стоит, обездвиженный. Фланга танком будут поддерживать, это будет здорово. Вообще. Сейчас ПЗРКшник из пулемета, танк, осторожно. И уходи. Опасно. Я его убил. Мне повредили электронику. Танк,
Можно сюда, ребят. Ой, блядь. Так, секунду. Сейчас сделаем. Давай. Дал. Ну, ты коронет повесит. Блядь, нам нужна разведка, ребят. Мне где-то АГС, а вот. Сейчас Бэха будет пехота. Ай, нет. Точно. Он двигается, но он там был. Охуй, я тоже двигаюсь. Бля, ебать там нахуй. Еще фугас. Юра, он стоит, вон. Соси жопу. Потопки можешь дать? Кого? Не раздави меня, пулеметчик. Да там визель. Сюда можешь. Я вижу, да. Меня не... лаги. А когда эта игра уже закончится? Я закончу. Второй. Блять. Он со спайком идет, Вера, уходи. Сам. Меня жали, все, я, ребята, извините. Все, Сталин. Нет, не извини. А вон меня с этого слипера ёбнули. А? Бывает. Хорош. А, Рипер летит, чёрт. Ну, а чё с ним стало? Ладно, я сам. Лан какой? Центр. Далеко. И вообще с вами. А ты радар нет, взял вообще? Да, взял. Под мистера ещё здесь стоит. Плохо видит. Дальше, здесь боеприпасы. Танчик, Юра, танчик. Где? А, вот здесь. Блядь. Буду сейчас заминировал, я правильно понял? Не знаю, должно было не воду лечить. Вот он, отец полдвара. Ракета убил его. Пулемет мне выносит вообще все. Даже бейт. О, отлично, вы его сбили, здорово. Блять, ракеты убил, а? Сейчас я на картину. Ты все равно один. Ну там АГС, я не могу, нечем ебать. Да, вообще нечем. Задание. Так, Сталин, трёшка у тебя, да? А, у меня ничего нету больше. А, да. Трёшка у тебя, чё, нет. Объединяйся. Да, я сейчас тебе буду светить, ты долби. У меня лагает. Вот я честно. Ну, лагает, у всех лагает. Надо его добивать. Да, нет, есть трёшка. А у меня всё ещё этот ёбаный миномет дрочит. Девочки, я в шоке. У меня ударка появится через 50 очков. Я уничтожу его кабом. Не накидывай воронку, я сам это сделаю. Накидывай под тем, в первую очередь, у кого... У меня вот, во, я тебе сейчас пулемет попробую вынести. Да, пулемет холодачку. Я, правда, рискую немного, но ладно. Ну, не надо. Я думаю, это оправдано. Что с концом? Не знаю, вот сюда еще, видишь, то есть пехота лежит не в укрытиях. Угу. Так, и я сейчас бэхой подъеду поближе своей. Бокс, блять. Сейчас будем работать. Вот, ПЗРКшник здесь. Пустой, но ПЗРК. Я вижу, да, я кидаю, я уже кинул. Следующий попадет. Хорош. Дальше двинуть не можем, все, у них миномет. У нас БМП-3 есть. Так, ну, я продвигаться дальше на текущий момент не могу. Я смогу, у меня урод еще есть. О, что тебя уничтожило? Что-то где-то Лепард стоит. Лепард 2, 7-й пассант. Через... Сейчас ударка появляется. Да, у них там танки и боксеры, нет. Так, да, понятно. О, сейчас должны попасть леопард.
О, ну если удар еще и леопард вынесут, будет вообще же. Охуенно. Не вынесут. Ударку. Нет. Ходор, а давай. Ты доминак вынесешь, нет? А у него сам. Ударку, ударку за контроль тяжелым ПВО. Бля. Ну, там, там стоит, знаешь, где, где-то вот здесь, наверное. Всё, садись, куда ты, бля? Дрон далеко не возьму. Холдер, стреляй! Ну ёб! Да он не стреляет, он его не видит. Видит он все, просто нет. Высоко. О, да, он видит. Сейчас я его сниму. Вот вы ставите, что миномет взорвался. Не, брат, брат. Где что, что, что? Окопы будешь подкапывать? А, я копаю, да, там у них этот первый... Да ёбаный в рот, ну ёбаный ты драгон! Копай, есть этот ёбаный миномёт. Там тяжёлая плод стоит. Драгон сейчас нормально вынесу. Работает. А? Драгон сейчас нормально работает. Там тяжелый ПВО стоит, я не могу близко подлететь. Сейчас я крачом ищу, чтобы законтрить его. Учитывая сам, то, что его не сбили, это уже успех. Так становится нормально. Грачом даже не летай, кстати, Драгон, действительно, он тебя сейчас несет. Да я знаю. Он отсюда скидывали. Ну, вот, я. Но он 2 ракеты на меня потратил, да еще потратил 3 ракеты. Попал по миномету? Я на перезарядку иду. Жду задания. Блин, ну никто же АГС где-то работает. А вот. Да, у них есть метка на АГС. О, если боксер сейчас... Отлично. Минут. Сейчас буду минировочным разводить его ПВО. Идем вперед. Да, как это хуйню все убить? У меня закончились очки, мне вынесли все. Там где-то дрон, но я сейчас его... Да ебаный, там топ. Дрон сейчас снесу. Осторожно. А, а чё, ты... откуда это прилетело? Это справа, ну, свет? Это давай, сейчас... давай. А еби боксер лучше въеби, блять, справа. Нахуй. А нет, выжил. Не, нахуй, давай проехать. Направо. Вон, вот он. Так, наверное, противородил акцион. Он в космос улетел! На-на! Юра, ты видел пуск ангары? Ангара полетела. Отлично. Вытащи танкиста, может увидишь. О, слышишь, вытащи. А ПВО стоит здесь, я знаю, где оно уже стоит. Хорошо, хорош, все, продвигаем. Отлично. Занимай и... быстрее. О, ни хрена, смотри. Послали туда, где оно было. А у него есть грузовик подсосаться, боеприпасы? Пациенты. Ты можешь всегда подсосать у меня. Давай. Так. Ну что, пулемет, да? О, сейчас смотрите, АГС или что это было? Ты, может, турм достанешь до ПВОшки, я просто к этому имею. Не, по-другому он явно не достанет до ПВОшки, ПВОшка от него примерно метров за 300. Так, слышишь? Я могу еще один танк взять, Тимош, как думаешь? Да, полезно. А вы, у вас пехота уже. Пехота пришла, она уже там. Ну, только у нас миномет этот странный долбит. Миномет, да? Да. А, бери танк, я сейчас... Ну-ка, я уже взял, он уже едет. Попробую проехать за миномет. Где он? Миномет, вон по метке стоит повечно, она единственная. Подожди, где побег? А, вижу. Вон он бегает, да. Вон, тут вот очередь бежит. По тебе пустили, по тебе пустили ПТРК. Да не, тут вообще. ПТРК здесь до хрена. Я не знаю, как. Нет, здесь все ручные ПТРК. Я распайк нашел. Ну я бегу воду. Бывает. А вот здесь вот у них ПВОшка стоит, если сможете проехать. Ну, наработать это хрень. Тимош! Что? Димкина идея с вот этими танками слабыми и вообще, ну, чтобы было куда девать танкистов, не знаю. А, Тимош, убери отсюда боеприпасы. Ты рядом с Продаром его поставил проорганизить боеприпасы. Юр, я тебя не слышал. То, что Димка придумал добавлять технику без экипажа, слабую, довольно-таки неплохая идея. Ну, не знаю. Я с РПГ вынес спайк.
Я к тому, что у меня два танкиста, я их не знаю, куда приладить. Да, оставь их просто, они тебе потом пригодятся. Да вот в том-то и дело, что никогда не пригождались. Жду задания. Ну и строй вкладки, возьми, что бесполезно. Помоги выбить картонку, там картонку. Да что такое, а? У них РМП или картонку, что-то подобное. Собака, мне еще боеприпасы. Не боеприпасы, а пехоту. Повыбил. А кто там летает, Таурус? Я выбил картонку, но, блядь, мне выбили БМП. Охуеть! Не веди пехоту, да я попробовал с тура сметиться долбануть. Кого? Я не знаю даже. Хуйня ебан. Я просто занимаю позицию. Боксер едет, Юра сваливает. Кто едет? Боксер. А, да это меня, у меня стул до жопы. Если он еще раз засветится, я его просто ебну. Сучок, ща плясать будешь. Ой. В случае чего уничтожить и не позволить ему до удара прилететь. Сейчас будет еще порыв, надеюсь. О, у меня, прикинь, у меня боеприпасы здесь закончились, я бы его сейчас вынес. Вера, подсосаться можно АГСом боеприпасы? Там особо нихуя не осталось-то. Ты сначала этот ебаный. Я бы третий. Вон, смотри, кинь по боеприпасам, ты видишь, не, да? Нет, так цеднее, все правильно он делает. Нет, там миномет, мы же из-за него двинуться не могли. Бля, нет, пизда, по-другому. Еще раз говорю, танк опасен. Так, я не знаю. Танк, который наступательное сила, которая способна тебя выбить оттуда. Смотри, миномет, долбани, мы из-за этого не выдавили их сейчас. Нет, лично меня миномет не долбал. Я бы выбил справа. Вот танк? Да. О, пошла куда-то. Они прям хорошо так пошли в контратаку. Совершенно не понимаю, что у нас там возможности. Возможности для удержания позиции-то у нас есть. О, видел, кинь туда ракету, ракету. Во, да, здорово. Всё, еще пока. Один пулемет, Сталин. Сейчас все будет. Но в релизе. Я взял еще один. На КПХ третью еще одну. Так, ну он мне отдельных пехотинцев убивает кабами, это... Вера, пробуй двигаться сразу. Пошли в от реки! Нахуй ты на варьер, блин, ну. Слева от реки, ребят. Я. Попробуй продвинуться немножко. Я не мог до этого, был миномет. Нет, ну смотри, я вот здесь уже. Макс. Самолет летит. ММП. Куда-то. ММП. По пехотинцам, блин! Серьезно? Хлеб, ты что, крейзи? Что, сюда не заехать? Блин? Кажется, я поставил на так. Да, блядь, не... Говно. Прицепи сопли, я тебя вытащу. А ему конец. Что, не начал сдохнуть, да? Да. Так. Ладно. Я думал, сейчас... Я могу предложить пехоту через некоторое время. Меня сбили. Ну ладно. Без предупреждения опять сигнала. Ладно. Ну а коплюсь, не знаю, на всякую точку или еще одну ударку подобрать. Ребят. Т-16, может минус будет. Да, минус. Нет, не минус. Нет. Ты ему крыло покоцал. Возьми ты тоже, блять, ПВО. Слушай, у меня что, по-твоему, очков так дофига? У нас же пока хорошая ситуация. У нас ударка летает, у нас противо... Летало, хочу подметить. Летало. Противолокационный летал. И до сих пор летает. Да не, ребят, поддержка сейчас адекватная вполне.
Че тебя не устраивает? Еще тебе миномет, блин, хашку целую на миномет потратили. Не, я имею в виду просто перетерпеть один. Охуеть. Нормально, смотри, мы сейчас отбиваем контратаку и идем вперед. У них сейчас приход. Ну, так как пулемет надо выпалить. Но вы будете взять просто свое ПВО, я имел в виду взять свое типа ПВО, нашу, ну. Я его возьму, но вы будете без поддержки сидеть долгое время. Так, ну его ладно, поддержка будет делать как хочешь. Пиздяшек. А, ну он все, он слился. Так, внимание. Блять, как... Не знаю, кого он сбил своим вылетом, но ему пизда. Но что-то я не вижу, кого он повредил. А он не попал ни по кому. Сталин, надо... Не вижу. Вот сюда вот фугас. Там танк едет, я жду танк. И по танку. Всё, они сдались. Под натиском наших войск. Ну да, у нас ещё патрокана в центре было много. Ну мы тут, блин...